сегодня для вас играет потрясающий джазовый органист Родион Гобров. А потом залетает тенор саксофон. Федор Ищин ударный. Федор Шаковский гитара. Первый песню, которую мы исполнили, написал уже выдающийся гитарист европейский Джесси Ван Рулер. Называется она «Зоап». И сейчас мы исполним вторую пьесу, которая называется «Fly, Fly». Thank you.
Сейчас мы исполним песню, которая называется «Чудесные времена». Были. Сказал Петр Ишин. Ударные инструменты. Давайте попробуем. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, добрый разгром. Антон Залетаев, где наш поклон? Армен Боров. Армен. Все отлично, ударный. Павел Спокос, гитара. У нас антрак. Друзья, лучше продолжим по разделению. Будет немножко шире по объему. То есть будет больше песен, чем мелодий. А что-нибудь из зала Пугачёва будет? Thank you.
Пайпер. И посвящается всем Пайперам и Пайперчам. Следующая композиция называется «Мерцание волн», которая посвящается всем, кто наблюдает за волнами.
Honey Rule. И сейчас мы сыграем новую такую джаз-роковую композицию. Название мы еще не придумали. Давай, помогите нам придумать название. С названием что-то не очень получается, честно говоря. Итак, новая песня. Thank you.
спасибо большое. Пока мы еще не придумали название, может быть, у кого-нибудь день победы. День победы. День победы. Мне кажется, лучше назвать так. Порохом пропал. Вот он. Страх. Да, кстати говоря, День Победы. И сейчас мы вспомним песню, которая так и называется «В преддверии праздника». Thank you.
хотел бы представить музыкантов, которые с удовольствием играют. С большим удовольствием сегодня играет Родион Говоров. Антон Залетает. Петр Ильшин, ударный. Павел Чайк-Маковский, гитара. Сейчас мы ставим песню, которая называется «На пути к свету». Thank you.
А, не хотите? Ну мы вас сейчас все равно заставим. Хотите или не хотите? Придется послушать. Так, сейчас выполняем песню, которая называется «Ты моя любовь». Вообще-то мы не реагируем на любовь. Все, никто никого уже не любит, а все это, все. Жизнь закончилась. Thank you.
спасибо большое. Если вы вам искренне любовь. Итак, дорогие друзья, я большой рад, что вы представили еще раз музыкантов. Антон Залетаев, тенор, саксофон. Артем Дубров, орган. Петр Рыщев, ударный. Петр Шпаковский, гитара. Спасибо большое. Приходите на наши концерты. Продолжение следует...